После того, как я выпустил свою первую реакцию, ситуация не особо-таки изменилась. Мои видео по-прежнему смотрят мало людей, в то время как реакции на других каналах пользуются популярностью и их смотрят. Что ж, я решил записать свою вторую реакцию, и на этот раз я буду адекватным. Хотя, какая тут адекватность, я снимаю реакцию. Я залез на дерево, чтобы быть повыше, я снимаю реакции, и теперь могу... Одеваю наушники, вернее нет, один наушник, потому что другим я хочу слышать окружающее. И давайте запустим с вами песню Румынии. Ой, да чё это я не модный совсем, на улице плюс 4 градуса, почему я сижу в куртке? Мне надо снять куртку и быть просто максимально по моде, и теперь я готов оценивать участников. Итак, моя любимая заставка Евровидения, просто обожаю ее в этом году, знаете, я очень люблю рекламу, а здесь просто ее максимальная концентрация, и это просто здорово. Итак, мы видим, что Алекс Лор, и как зовут девочку, я так и не увидел. В общем, это румынский дуэт, который был создан организаторами национального отбора той страны. Это женщина-исполнительница, она победила румынский X-Factor, а мужчина довольно-таки популярный певец и на территории Румынии. Их объединили в дуэт, и зрители оценили это сочетание и проголосовали. Теперь этот дуэт будет представлять Румынию на конкурсе песни Евровидения 2017, который пройдет в Киеве уже в начале мая. Кстати, напомню, возможно, вы не знали, но в прошлом году Румыния не участвовала в конкурсе из-за того, что у Румынии были долги перед Европейским вещательным союзом, и ее исключили. Да, был проведен национальный отбор, был выбран представитель, был снят клип, но в последний момент Румыния была исключена из конкурса, и это на самом деле не здорово. И вот в 2017 году Румыния наконец-то возвращается на конкурс и будет ее представлять вот этот дуэт. Мне песня на самом деле очень нравится, вот прям без шуток. Песня классная и особенно исполнение. У мужчины голос довольно-таки стандартный, как у остальных, а вот женщина, она очень выделяется на фоне остальных участниц этого года. И мне кажется, она должна быть как минимум в топ-10. Лично для меня это одна из лучших песен в этом году. Она очень классно вытягивает некоторые ноты, и сейчас мы видим, у нее есть сольное выступление. Сольный момент, где она одна поет, и мы видим, что у нее действительно есть голос, и очень классно она поет. Конечно, в дуэте сочетание двух голосов очень классно здесь построено. Этой женщине я на самом деле завидую. Вообще, я очень многим завидую, я такой завистливый человек. Я завидую людям, у которых канал на 400 подписчиков, и даже тем людям, которые учатся в сомнительных заведениях на контракте. Но сейчас не об этом, а об этом дуэте. Как мы видим, постановка какая-либо отсутствует. Да, были отрепетированы некоторые движения, то есть они повторяют движения синхронно, хотя есть и рассинхрон, но здесь акцент идет на все-таки вокальные данные исполнителей, нежели на какую-либо постановку. Все это можно изменить, добавить и поправить перед конкурсом. Еще есть достаточно много времени, 1,5 месяца, так что все можно сделать, если будет желание. Так, нарастает, нарастает, давай. Да, а вот это как она делает, как она вытягивает ноту, ну, я просто влюбляюсь в этот момент. Да, да, супер, угу. Да. И теперь он включается, давай. Да, супер, угу. Да, это просто противостояние двух характеров, мы сейчас видим на сцену, и очень классно смотрится. Да, зрители должны оценить и поставить эту песню как минимум в топ-10. Что ж, на этом она закончилась, и мне интересно узнать ваше мнение по поводу представителей Румынии и других стран. Подписывайтесь на канал Instant Studio, ведь впереди много всего интересного, также ставьте пальцы вверх, и до новых встреч! Пока-пока!